защищать родину, дом и семью – это почетная обязанность каждого мужчины. Поздравить с предстоящим праздником, высказать слова благодарности и поощрить за активную гражданскую позицию. В Доме культуры в Фирсановке ко Дню защитника Отечества собрались ветераны боевых действий, воспитанники молодежного центра «Фирсы», семьи мобилизованных и волонтеры. Гостям вручили грамоты за активное участие в жизни микрорайона, а ветеранам – памятные медали к 35-летней годовщине со дня вывода войск из Афганистана. По окончании торжественной части стартовал концерт с говорящим названием «На защите родных рубежей». Воспитанники творческих клубов микрорайона исполнили патриотические стихи и песни. Себя лично и от Совета депутатов я хочу поздравить всех мужчин, всех защитников Отечества городского округа Химки с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Завершающим штрихом праздничной программы стала выставка, подготовленная юными художниками. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.